Это самая быстро растущая международная преступная сеть в истории человечества. Она уже обогнала торговлю оружием и скоро обгонит мировой наркотрафик. Кокаин можно продать один раз, а ребенка 5-10 раз в день. Дети Божьи не для продажи. Давно этим занимаешься? 12 лет. Сколько педофилов поймал? 288. А сколько детей спас? Тимотео, ты правда спасаешь детей? Поможешь мне найти сестру? Обещаю тебе. Мы отвечаем за безопасность своей страны. Спасение детей из Гондураса, да еще в Колумбии, не наша работа. Страшно подумать, какая участь их ждет. Только представь, заходишь в комнату ребенка и видишь пустую кровать. Что я должен сделать? Бросить работу и спасти этих детей. Сейчас девочка может быть в соседнем квартале, соседней стране, да где угодно. В Бангкоке, Лос-Анджелесе. А вот и главный поставщик. Это территория повстанцев. Туда никто не сунется. Ни армия, ни полиция, ни мы. А если бы там была твоя дочь? Тебе никто не поможет. Ты сам по себе. Эта работа разрывает душу на куски. Спасение детей – единственный способ унять боль. Когда Господь указывает путь, нельзя сомневаться. Звук свободы.